Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешечок, продолжаем проходить древние испытания. Сегодня у нас оно 19-е, против них надо красную фракцию собрать. Поехали, посмотрим. Так, у нас есть Купидон, тыковка. Я прокачал Ару, я его тоже буду использовать для того, чтобы он блочил. Ворожает ли от хила? Хранитель, также мы взяли сюда заклинательницу. Почему мы ее взяли? Потому что она наносит массовый урон, точнее ее дух. Также у нас лед. Лед у нас будет практически всегда, потому что он офигенно замедляет героев, и из-за этого мы потом реально очень кайфово тащим. Ангел для постоянного отхила, бочка в роли танка у нас сейчас будет, ну и стрелок, снайпер точнее, для урона. Вот такой вот составчик у нас. Так, стартовать мы будем отсюда через Дрейка пробовать. Давайте начинаем с бочки. Так как бочка у нас практически вот ангела слили, обидно. Так, ну, жестко нас, конечно, слили. Но, как видите, мы замедляем очень офигенно. Вот это самое основное, что у нас срабатывает очень офигенно замедление. Так, ну, что-то у нас как-то они асинхронно все бьют. Сейчас попробуем еще разок. Или придется выставлять все-таки, собирать красную фракцию. Как видите, здесь автопрокеров очень много, и поэтому мы все улетают практически моментально, мелкие герои. Так, ну-ка давайте попробуем такой вариант. Через хранителя будем танчить. Бочка, конечно, в любом случае хорошо. Собираем все-таки красную фракцию. Так, убираем бочку, будем пробовать танковать хранителем. Соберем красного смотрителя. Так, кто у нас есть? Давайте шамана поставим. Пробуем, начиная с хранителя. Как-то странно, сейчас получше урон держали. Смотрите, практически у нас остался один ворожей. Шаман тоже неплохой вариант. Так, пробуем. Так, ангел у нас заклинательница. Ай, без заклинательницы, конечно, будет сложновато. Можно было бы сюда просто Анубиса взять. Он их тут нафиг вынесет. Но с Анубисом мне интересно. Попробуем все-таки с заклинательницей, с ее духом. Так, пробуем еще разок. Так, хранителя ушатали, ну, вроде как неплохо, неплохо, неплохо. Видите, чуть-чуть не хватает нам. Остался один ворожей и дух. Героев, кстати, мы снесли. Но вряд ли мы затащим таким составом. Не думаю, что они успеют все убить, хотя давайте посмотрим. А вдруг 2 минуты, зданий, в принципе, не так уж и много, урон наносится. Дух тоже максимальный. Может, и затащим. Кто его знает. В любом случае, как видите, есть очень большой плюс от ледяхи и от ангела. Я еще раз повторюсь, ледяха очень офигенно затормаживает, замедляет всех, а ангел офигенно хилит. Правда, единственное, в дальнейших очень много автопрокеров, и это будет основной из проблем для нас, потому что у героев очень мало жизни. Любой автопрокер просто с плюшки выносит даже вторые эволюции, а что говорить уже о гарнизонных. Ну, если они начинают юзать, то есть включаются, особенно ледяха, то это очень-очень помогает. Так, ну что? Дотащим или не дотащим? Минута 25. Блин, сейчас они не туда побегут. Скорее всего, что нет. Не хватит нам просто времени на это все. А может и хватит, посмотрим. Все зависит от того, как сейчас они будут. Сейчас они, конечно, могут побежать все в одно место и 50 секунд.
скорее всего, вряд ли. Ну, героя мы слили в любом случае. И, как видите, у меня не особо там топовые герои. Нету 12-х скиллов. Ну, конечно, есть у гарнизона. Отлично разделились, но думаю, вряд ли они успеют. 30 секунд. Скорее всего, нет. Эх, а тут как раз остались станящие. Да, не хватит. Чуть-чуть нам не хватило времени, к сожалению. Один бы герой, в принципе, бы сейчас затащили 19-ю. Ну, ничего страшного. 4, вот 4 или 5. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Так, окей. Поехали еще разок. Ну, стартуем опять же с хрона. Вариантов особо у нас нет. И хрон, видите, у нас сразу же на автопроках просто улетает. Неудачный заходик получился. Ну-ка, если мы попробуем вот так стартануть. Заклинательница улетела без заклинательницы. Хотя, в принципе, есть дух как вариант. Нет. Нет, нет, нет. Возможно, на хрона сейчас попробуем. Убрать с хрона ремку, поставить ему оживу. Попробуем такой вариант. Может, это нам поможет. Ну, такой вот вариант тоже неплохой, но опять же заклинательница умерла. Так, а ну-ка попробуем подальше выбросить. Ну, хрона, как видите, сразу же шотит с плюшки. Единственный вариант, можно сюда попробовать дерево поставить. Хотя нет, смотрите, разогнались. А, и пару героев. Ну, остался малыш Ник и Дрейки. Вот Дрейки тоже погоду очень играют в данном случае. Так, ну-ка, хрон. Ну? Ну? Давайте, давайте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хотя вот хрон практически, видите. Ну, все опять же, это рандом. Все очень рандомно, поэтому пробуем еще разок. Вот хороший заходик был. Малыш Ника, вот малыша Ника не обезвредили вначале, все. Что-то насыпают там Дрейки очень люто. Смотрите, как Хрона моментально просто ушатывает. Моментально. Даже живо, в принципе, его не спасает. Так, ну-ка. Вот хороший был заходик. Остался у нас дух. Но видите, Дрейка просто нереально слить что-то. Надо больше либо разброса. Так, а вот, кстати, неплохо. Сейчас хранитель, но опять же слился. Вот видите, очень много автопроков и очень сложно. Либо стана надо, либо непонятно чего. Конечно, Анубиса можно поставить и это за разы пройти, но так. Мне интересно, хочется каких-то ярких мучений. Так, ну что, нет? Этот хранитель, конечно, он офигенно кидает молчанки и хилит героев. Так, ну. Ну. Ну и ну. Вот видите, что делается. Вот. Дрейки просто портят все. Отсюда снизу вообще не вариант. Хотя тыковка у нас жива, ара жив. В принципе, если дух разгонится, он нифига не разгонится.
Интересно, стартанул я с ворожея. Ворожей дольше прожил, чем хранитель. Странно все. Я, в принципе, да. Так, ну-ка. Как-то непонятно. То бывает удачно зашли. Вот первые разы вообще как-то все удачно. Хранитель у нас был с пятой ремкой, этого нам вполне хватало. А сейчас видите, что делается без хранителя. Хотя хранитель первым. Ну-ка, давайте обратно вернем ему пятую ремку. Мы поставим ему ангела. Так. На тыковку мы поставим. Вот так попробуем. Такой вот вариант. Ну, практически, но посмотрите, так вот. Не, это показалось мне, что лучше был заход, но все-таки нет. Очень много автопрокеров. И ледяной, кстати, и заклинательница в этом случае даже больше, наверное, мешает, потому что они их активируют все время, а мы их просто не успеваем убивать. Мы попробуем так, деактивировали мы смотрителя, но это все равно ничем не спасает. Блин, как же так, первый удачный заход такой был. Я уже понадеялся, что мы тут сейчас не будем даже трешевать, просто всех ушатаем и все. Ну, заклинательница, конечно, неплохо здесь срабатывает. Так, хорошо. Давайте уберем. Кого нам тут особо так не надо, это шамана, да, мы уберем. Нам тут сейчас не особо помогает. Кого такого взять интересного? А давайте возьмем Сенну сюда. У нас, конечно, бафа не будет, но у нас сейчас и не будет обратки. И плюс, если что, Седна сможет резнуть некоторые герои. Конечно, не всех, но у нас нету бафа. Как-то вообще не то. А вот сейчас, кстати, вот, давай. Дрейк, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Эти дрейки, это просто жесть, ребят. Посмотрите, что они делают. Мы их-то, конечно, может, и убьем. Нет, не смогли. К сожалению. Вот они портят все нам. Полностью все запороло три дрейка, которые остались. Так. Но Седна хороша, тут вопросов нет. Смотрите, резнула. Можно было бы и дерево сюда поставить, но у меня... Дерево не прокачанное. Так, ледяха еще держится. Седна резнула. Ой, отлично. Ну, вроде это победа, или нет? Дрейки.
Блин, эти дрейки, ну у нас есть ара, но у нас нету ворожея для отхила. Нас сейчас просто, наверное, все-таки вынесут. Хотя нет, у нас в принципе дух, заклинательница должна затащить. Дух хилит, да. Ну, в общем, вот так вот смогли мы пройти. Но опять же, я не особо доволен таким прохождением, потому что пришлось использовать дополнительных героев. Хотя мы тут, по сути, взяли только седну, которая рисает. Можно взять и дерево. Все, пишите комменты, подписывайтесь, ставьте лайки. Как видите, гарнизон дальше уже, начиная с 19-го, не особо тащит, потому что очень много автопрокеров. Вы ничего с этим не поделаете, с любой плюшки просто ложится герой. Поэтому, думаю, в дальнейшем мы либо дерево, либо седну будем использовать, потому что надо обратно резать. Ну, лед однозначно да, ангел однозначно да, мы будем их все же дальше брать для дополнительного замедления подхила. Все, участвуйте в конкурсах, всем удачи, всем пока.